В пятницу на станции скорой помощи прошла акция в рамках проекта по безопасности дорожного движения РС-10. Нескольким лечебным учреждениям области были вручены детские удерживающие устройства. Мы сегодня скорой помощи первому родильному дому Шуйской центральной районной больницы передаем вот эти детские кресла, чтобы они, значит, для детишек, которые перевозят на автомобилях скорой помощи, пользовались этими креслами. Во многих странах мира существует правило: ребенка выписывают из родильного дома только при соблюдении условий перевозки, то есть при наличии в автомобиле удерживающего кресла. У нас до недавнего времени безопасностью малыша пренебрегали. Теперь все должно измениться. Вообще перевод новорожденных у нас осуществляется в пределах города Иваново только с участием машины скорой помощи. Но просто бывают у нас такие ситуации, когда никто не забирает маму с ребенком из родильного дома. И поэтому приходится везти нам самим. И вот создание таких удобных мест для перевозки ребенка – это безопасность как для малыша, безопасность для мамы. Конечно, большое спасибо всем, кто организовал эту акцию. Мы очень рады подаркам. Удерживающие кресла родители даже смогут взять у роддома в аренду, чтобы безопасно довести маленького пассажира до дома. А уже после придется приобрести собственное. Ведь на безопасности малыша экономить нельзя. Наталья Романова, Олег Милехин, РТВ Иваново.